среду. У них много общего, но они никогда не видели друг друга. И в самом деле легко подумать, что это я. Как неизвестный фильм стал одним из самых любимых советского зрителя. Во всяком случае, здесь Кенни Ксон сыграл далеко не последнюю, если не первую роль. Кальчик, что вы стоите, чистите, отпускайте! Одна слава на двоих. Больше всего он боялся, что не будет смешно. Я очень небедный человек, но вы меня обогатили. Двое против Фантомаса. В среду на ТВ Рус. Боже мой, это...